Ну что же, всем здорово, с вами человек, который находится по ту сторону монитора. И я продолжаю прохождение игры под названием Crash Bandicoot Insane Trilogy, а именно Crash Bandicoot World. И пока я говорю, Коко зазвонил телефон. Взорвись, пожалуйста. Почему ты не взорвался? Почему мне даже на эту анимацию не везет? Просто взорвись, я в тебя верю. Так, ладно, я что-то отвлекся. Так, и на повестке дня у нас вторая комната, то есть первую комнату мы вчера прошли. Точнее, не вчера, а в прошлой части. Ну, хотя для меня вчера, но тихо. Так вот. Уровень 6. Гейвейс. У нас здесь один гем. Идем дальше. У нас здесь два гема. Второй, кстати говоря, получается за то, что если я пройду 10 уровней на время, неважно какой реликт, но нужно именно 10 реликтов. Не есть хорошо, и поэтому я его буду получать уже потом, когда я пройду главного босса, и мне будет доступен бег. Потому что сейчас мне он явно недоступен. Идем далее. Я это уже смотрел в прошлой части, и здесь без проблем смогу его получить. Такс. Здесь все-таки немножко... А нет, здесь все-таки вроде бы легко, потому что второй гем дается за прохождение дедрана вроде как. И здесь, если постараться, тоже можно все собрать. Ладно, что ж. Погнали. Гейвейс. Tiny was a good fellow. He hated everyone and everything, but a good heart nonetheless. Please be more reasonable with my minions next time. Так, естественно, тут ничего нет. Ну, как всегда. Так, раз, два, три, четыре, пять. Лягушка, иди в задницу. Ох, как все идеально пошло. На уровне у нас ровно 100 ящиков, офигенно. Как это вышло? Можно перезаписать. Ладно, неважно. Так и быть. Косяк, он и есть косяк. Вот. А теперь вторая лягушка получила по заслугам. Ладненько. Так, 12 ящиков. Нитро. Ну, в конце уровня, естественно, будет штуковина, которая все это подорвет. Так, а здесь у нас, оказывается, есть Мерлин. Так, уйди отсюда. Хорошо. Да, естественно, на этом уровне будет больше нитро, чем обычно, но потому что это уже вторая комната, все должно быть немножко сложнее. Такс, такс. Но козел по-прежнему не меняется, его легко сбрить. Так, аккуратно. Здесь есть две лягушки. Я сбил одну, а вторая задела вторую. Идеально. Так. Нужно собирать все. 33 пока что. Я не могу сюда запрыгнуть. Я молодец. Вот, другое дело. Так, вот там ящик, который меняется. Все, в порядок. Просто их уже нужно уничтожать на скорость, иначе он станет железным блоком. А это не есть хорошо. Прикольно. Ломаю ящики, даже до них не дотронувшись. Так, Мерлин. Получи. Козел. Получи. Ладно, вот он все-таки меня задел. Спасибо, что у меня хотя бы была маска. Так, по-моему, скоро конец уровня. А я собрал практически половину. Так. Вот его опасно бить, если честно, поэтому давайте-ка его просто обойдем. Так, порядок. Давайте-ка первый возьмем маску, и только потом будем уничтожать это. Вот это козел, он именно в мою сторону шел. Так, там ящик. Порядок. Так. Уйди. Молодец. Так, уже 56. 62, 66. Все неплохо. Здесь можно пройтись по бордюрчику. Вот так вот аккуратно обойти всех врагов. Она, вот жаба вообще подорвалась на нитро, молодец. Текс. Насколько я помню, вот там не надо ничего уничтожать. Ой, точнее активировать. Иначе выделезет мне потом все боком. Текс. 18 ящиков. Неплохо так. Ну, погнали. Отлично, я там верхний ящик не сломал. Ну, чё это такое? Ну, вот так хотя бы. Так, выше, естественно, ничего нет. Так, а здесь еще дофига ящиков. Так. Как поступить здесь? Вот так вот. Теперь можно все спокойно ломать. Отлично, 18 из 18 ящиков. Все прошло на удивление гладко.
И теперь уходим отсюда. И у меня уже 85 ящиков. Осталось всего лишь 15. Я, естественно, получаю новые жизни. А это неплохо. Так, и вроде бы скоро уже должен быть конец уровня. Да, вон там вдалеке уже видно кристалл. Значит, да, это реально скоро конец уровня. Такс. Такс. Я вас просто обойду. Я понимаю, что они никакой угрозы не несут, но они меня просто бесят. Пока. И все, 100 из 100 ящиков собрано. Гем получен, и мы отсюда уходим. Теперь... Нотпу превращается в кристалл. А гем будет за спиной, да? Ну, естественно. Так, и с этим мы закончили. А на реликт я уже буду проходить потом. Потому что в этой части это обязательно, чтобы пройти игру на 100%. Так, и идем на следующий уровень. Следующий уровень у нас... Понятно, Хенгенем. Так, давайте-ка мы его сыграем за крыша. Просто, типа... Чтобы люди не начали кричать, типа, ты играешь за ку... Какой интересный уровень. В оригинале он выглядел, кстати говоря, не таким ярким. Ну да ладно. Такс. Фу. Мне нравится, что я прям резко так подпрыгиваю. Не-не-не-не-не-не-не, давай-ка ты пойдешь вот так вот в обратную сторону. Не вздумай поворачиваться. Понятно тебе? Такс. А сколько, кстати говоря, ящиков на уровне? 6 из 95 у меня пока сотовы. Так, потерял маску. Как я рад, что я ее скоро верну. Так, скорпионы. Ладно, так и быть, забьем на тебя. Так, что у меня идет дальше? Отличная обезьяна с вазами. Вот так вот. И еще один урод на летающем ковре. Как это называется, ковер-самолет, да? Так, мне нужна новая жизнь. Мартышка, уйди. Пока. Так, здесь же никого такого страшного не будет. Ну, за исключением скорпионов и все дела. Такс. Честно говоря, не могу понять, где этот скорпион, поэтому, когда он до меня дойдет, я могу даже сложать. Нет, сложать не получилось. Ну, оно и к счастью. Так, все. Больше меняющихся ящиков здесь нет. Уйди. Так, далее будет, естественно, скорпиончик. Вот он. Фак, нажал слишком рано. Главное, в следующий раз так не косячить. Такс. Кристалл получен. Так, и теперь давайте-ка идем на бонусный уровень. А в чем сложность прохождения его? Понял. Бежим. Не помню, будет ли такое дальше, но да, будет. Фак. Фак! Все, можно умирать. Идем заново. Естественно, у нас игра будет сохраняться каждый раз перед бонусным уровнем. Я не знаю, зачем это делается. Отлично, мне плевать, какие там будут ящики, просто уничтожаем все. Так, а всем ящикам будет труднее. Он будет меняться то ли TNT, то ли вот этот вот. Все, порядок. Теперь ждем. Отлично. Хотя, кстати говоря, по-моему, эти ящики можно было и без этого собрать. Ну ладно, так и быть. Теперь главное не упасть. Так, те ящики я все сломал. Ага, идеально. 20-20 ящиков. Можно отсюда сваливать. Так, пока. Где там уже эта платформа? Вот она. Хм. Пока что мне на собирание ящиков, в принципе, везет. А, ну и к лучшему. Так, а теперь нужно найти секретную платформу, впоследствии которой я получу гем. Правда, главное, чтобы меня с уровня не вышвырнули. А так нормально. Я не могу запрыгнуть на попрыгушку. Я молодец. Точнее, на пружину. Да, называть вещи своими именами, это, конечно, да. Я молодец в этом. Такс. Пока. Ого, я даже того урода сбил. Мешкарин. Ой, чекпоинт. Порядок. Порядок. Так, а вот здесь не порядок. Так, аккуратно. Есть. А здесь я все-таки пережду. Пока.
Такс. Такс. Плохая мартышка. Вот так вот пойдет, в принципе. Так, активируем сразу оба. Так, уйди. Молодец. В принципе, я собрал все ящики. А Secret Road я не увидел. Ну окей. Это странно. Ну ладно, уходим отсюда. Потом как-нибудь впоследствии я его там найду. Отлично. Один кристалл есть. Один гем есть. А, кстати, чё я парился? Я же сказал, то, что здесь нельзя собрать этот гем. Вот это гениально просто. Я походу уровни перепутал. Ну да. Так, и у нас какой у нас 8-й уровень идет дальше? Хограйт. Не люблю я эти уровни, серьезно. То есть как бы... Тут делается так. Первое прохождение, ты собираешь все ящики. Далее ты обязан прийти первым. А первым я могу прийти не сразу. Потому что я не понимаю, как работают эти гонки. Ура, я ускорился. Не знаю, правда, зачем я это сделал. У меня сейчас задача собрать абсолютно все ящики, поэтому давайте-ка ехать будем медленно. Так, а сколько здесь всего ящиков? 13 ящиков. Порядок вообще. Так, все, аккуратно. Не-не-не, ускорение, я тебя все-таки объеду. Так, отлично. Вон там наверху еще есть еще ящик. Такс. Ом. Удачно. Теперь здесь. Тоже удачно. Так, уже 7 ящиков. Осталось совсем немного. Так, вон там 2 ящика. Нужно как следует ускориться. Порядок. Осталось еще ровно 3 ящика. Вот тут я вижу 1, даже 2. И вон там вдалеке последний. Так, вот так, так, есть. Все, теперь, конечно же, можно попытаться прийти первым, но я первым уже не успею, это потому что конец дороги. То есть, реально, скоро финиш уже. Но, в принципе, знаете что? Да, это уже конец, я нифига не успею. Я пришел третьим. Забавно. Да, я вроде бы не пришел первым, но я получил кристаллы, точнее гем, и поэтому меня вышвыривают с уровня. Такс. 1, 2, 3. И я ускорился. Так, теперь главное теперь проходить только на ускорение, если это будет возможным, и не давать этим уродам себя сбить. Так, ну еще при поворотах жать тормоз, это, наверное, самое главное. Знаете, такой путь к победе. Так, и лучше бы мне заткнуться, потому что если я не заткнусь, я точно проиграю. Это я уже давным-давно понял. Потому что, когда ты не затыкаешься, у тебя сосредоточенность на нуле. А здесь нужно максимально сосредоточиться. Так, ну я хотя бы третий. И это хоть как бы первая гонка, так что она не должна быть особо сложной, и все должно проходиться легко. Правда, я в этом не особо уверен. Я вот так вот людей буду обгонять. Вот я уже второй. Осталось еще чуть-чуть, и я буду первым даже. Офигенно. Так. Отлично. И я первый. Значит, кристалл мне обеспечен. Пум. И отсюда можно валить. О боже мой, загрузка подошла к концу. Какое удивление это. Так, что у нас здесь? А, отлично, топ-тайм. Что у нас здесь? А я уже смотрел, здесь уровень с тигренком. Погнали. Кстати, нет, не погнали, я хочу поменять персонажа. Хе-хе. And Uka Uka and Cortex gave me orders to bring the crystal to them during the Ice Ages. So give me the goods and shove off, or I'll roast you. Отлично, здесь я получу второй серый гем, только если у меня будет фиолетовый гем. Забавно. А фиолетовый гем я получу только если я пройду платформу смертника на одном из уровней, которые по стилистике напоминают предыдущие. А именно вот этот вот уровень с арабским временем. Я офигенно описываю местность, в общем, ковры, самолеты и все такое, думаю, вы поняли. Просто я прохождение не особо мозгом пользуюсь, поэтому я несу полнейшую чушь. Так, ладно. Сколько здесь его ящиков? 95. Ну, думаю, это место я осилю. Главное только не потерять по пути ящики, а так нормально. В принципе, все легко. Просто завершить прохождение, и все ящики собраны. Так, чекпоинт. Насколько я помню, на платформу со скоробеями вставать не надо, иначе не рухнут. Идеально. А здесь даже полный уровень есть. Погнали. Экс. Тинти. Тинти. И валим отсюда.
Ой, как я не люблю это место. Так, вот так вот аккуратненько встаем. Раз, два, три. Шикарно. Пам. Так. Воу, ну и местечко. Так, а наверху у нас что-то есть? Я хочу посмотреть. Да, наверху у нас есть ящики. Отлично. Собран. Мне осталось только два ящика, и вот они. Отлично, 19 из 19 ящиков. Уходим отсюда. Осталось всего лишь 55 ящиков. Они как-то быстро собираются в третьей части, если честно. Так. Активация, прыжок. И главное, я не упал. Вот это да. Отлично, сейчас будет мартышка. Все, поняла тебе. Так, теперь главное не упасть. Шикарно. Так, ящички. Раз. Два. Три. Молодец. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Так. О, хотел сказать, осталось чуть-чуть ящиков, а нифига подобного. Так, ладно. Нифига себе, открывайся. Спасибо. Отлично, на ту сторону я попаду только с условием, если у меня есть фиолетовый кристалл. Забавно. Такс. Ну там вдалеке ящик, ну-ка. Получилось. Еще одна маска. Воу, я остался жив, я удивлен. Так, ну надеюсь, он был единственным на этом уровне. Я смогу собрать остальные ящики. А если же нет, значит они были в той стороне, что печально. Вы что, надо мной издеваетесь? Прыжок. Шикарненько. Ой, веселуха-то какая. Платформинг. Вау. Вау. Так, задели все-таки. Ну, бывает. Так, я собрал уже 66 ящиков. И скоро конец уровня. Следовательно, все я точно не соберу. А попытаться стоило. Фак. Так, мне нужно достать ту штуковину. Фак, а я ее перелетаю. Отлично, одна штуковина есть. И вторая штуковина есть. Так, а теперь Тутанхамон с гребаным огнеметом. Вы издеваетесь? Где вы видели, чтобы в Древнем Египте был огнемет? Каким образом я ее не задел? Объясните мне, как это работает. Так, активация. Ну да, я собрал далеко не все ящики, потому что здесь они находятся еще в стороне фиолетового ящика. Ой, фиолетового гема. Фиолетовый ящик. Да, я мастер высказываний. Ну, уходим отсюда. Отлично, ну и здесь получен только кристалл. Вследствие один серый гем получается за прохождение двери с фиолетовым гемом, а другой получается за собирание всех ящиков. И то я сделать пока что не могу. Это печально. Ну и остается последний уровень здесь. Это Midnight Run. Здесь без проблем можно собрать по сути все ящики. За исключением, если не дохнуть. Такс. Сзади у нас невидимая стена, следовательно, там ничего нет. Я просто по привычке проверяю. Типа, вдруг мне оставили пасхалку. Хотя в оригинале этого не было. Глупо надеяться, что здесь что-то подобное будет. Так. Перепрыгнул, так сказать. Я просто хочу собрать все ящики. А это несложно. Так, раз, два, три. Порядок. Так, теперь здесь. Получилось. Прыжок. Так, там еще чекпоинт. Воу. Это, кстати, то, чего делать не стоило. Вот этого тоже делать не стоило, потому что я перелетел ящик. Тинекс, давай. Ну, хотя бы одну жизнь восстановил, уже хоть что-то. Так, есть. Так, прыжок. Фух, пронесло. Теперь здесь ящики.
Получилось. Прыжок. Чекпоинт. Шикарно. Уже собрано 20 ящиков. Осталось еще 15. И где же эти ящики? Так, вот один. Вот еще два. Уже не два. Падаем. Так, аккуратно. Поворот есть. Это место можно пройти спокойно на ускорении, но я собираю ящики, и вообще я что-то боюсь это делать именно тут. Так, все, вот именно аккуратно. Есть. Получилось. Чекпоинт. Привет. Так, все. Блин, я ящик пропустил. Какое плохое здесь расположение ящиков. Очень плохое расположение ящиков. Так, так. 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 Так, так. Отлично. Прыжок. 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 Аккуратно. Фак. Кристалл? Нет. Я собрал кристалл. Понимаешь, игра, маска мне не поможет, потому что если я пропущу ящик, я сам дохну специально. Типа, я без проблем могу этих уродов обойти, но, понимаешь, нельзя. Так, прыжок. Very good камера. Все, 35 из 35 ящиков, я все собрал. Гем получим. Гем и кристалл есть, можно валить. Так, и на повестке дня босс Дингодайл. Самый сложный босс, которого только можно было представить. Просто самый наисложнейший босс в игре. Вы не видели такой сложности никогда в своей жизни. Сейчас вам покажу, насколько тщетным будет попытка победить его. Так вот, погнали. Если кто не понял, это был сарказм. Right. Now you've gone and done it. Them crystals are mine. Break out the butter. Так, отлично. Неужели? Что-то происходит. Готов. И мы получаем двойной прыжок. Дабл джамп, да. Круто, теперь я могу так делать. Пригодилось. И Дингодайл пройден. И теперь нам открыта третья комната. Так, давайте-ка сюда зайдем. Наверное, здесь уже точно будет красный кристалл и фиолетовый одновременно. Так, здесь два серых гема. Понятно. Идем далее. Отлично, вот здесь красный гем. На следующий уровень с фиолетовым гемом будет. Да, я был прав. Вот эти два гема. После этого они открывают платформу в первой комнате и во второй. Так, далее у нас что идет? Просто серый гем. И... Ну и да, здесь уже будет несложно. Что ж, ну и на этом я буду заканчивать. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте. С вами был человек, который находился по ту сторону монитора. И всем удачи. Всем пока.